уверен, уверен, маленькие человечки где-то есть там здесь. Я уверен, совершенно маленькие человечки здесь есть где-то там. Предоставь нам развеять твои сомнения, изменить твое мнение. Ты думаешь, кто устраивает солнечные затмения? Кто сидел внутри электронных аппаратов, то фестивали глобальное потепление? Ведь не сами же эти железяки издавали те звуки. Что скажешь, это против науки? Да брось, ежу, понятно, часы бы сами не пошли. Там внутри маленькие человечки крутят стрелки все утро, весь вечер. Что ты думаешь, эта лампочка горит? Там тысячи маленьких свечек держатся те же человечки. А мы им не спасибо, ничего, они скромные, маленькие. У них так же невелико эго, как и они сами. Это они своими руками его тянут, стараются. Как считаешь, поехал бы автомобиль, не устраивать человечки? Марафонские забеги в моторе на тысячи миль. Заслуги больших людей ничтожны, всего добились маленькие человечки. Кто, думаешь, нашептал Сократу речи? Кто, думаешь, больных в реанимации лечит? Все это они, герои этого текста. К несчастью, мы с ними слеплены из разного теста. Они все время в движении, у них нет времени и места, чтобы поспать, подлатать штаны, увидеть смеющиеся глаза жены. Это потому, что мы для них очень важны. Они очень любят нас, не умех, очень за нас волнуются. Все время сдерживают смех, чтобы себя не выдать, нас не обидеть своим существованием. Может, я скажу вам на прощание, не задавайтесь, дайте мне обещание. Ведь все на свете делают маленькие человечки. Собирают пыль в пылесос, посылают сигналы СОС, сталкивают тучи для молний во время гроз. От выпадения волос выпускают шампуни. Они придумали красный сигнал светофора. На него остановись, не гони. По правде говоря, этот текст написали они. По правде говоря, этот текст написали они.